Всем привет! Сегодня хочу вам показать очень интересный сайт, который дает возможность при покупках в интернете возвращать часть своих затраченных на ту или иную вещь денег. Название этого ресурса Letty Shops. Вот, видим сразу же на стартовой страничке написано «Зарабатывайте на покупках с кэшбэк-сервисом». То есть вы осуществляете покупки в том или ином магазине. Здесь их видим сейчас на данный момент уже 871. Потом что-то покупаете в том или ином магазине. И возвращаете с покупки часть денег, так называемый кэшбэк. Он зачисляется у вас на аккаунте, и по мере накопления этих денег вы можете их или тратить вновь в магазинах, или же выводить себе на кошелечек, на удобную для вас платежную систему. Давайте пролистаю, посмотрим, что стартовая страница из себя представляет. Помимо данных основных, о которых я вам только что поведал, чем конкретно занимается Letty Shops, также здесь чуть ниже можно посмотреть самые популярные магазины, которые здесь присутствуют. В данном случае это AliExpress, GearBest, Booking.com, Allo и много-много других, которые в принципе популярны не только в Украине, но и в других странах бывшего Советского Союза. Давайте пройдем к регистрации, посмотрим, что она из себя представляет. Нажимаем кнопочку «Регистрируйтесь». И я советую зайти, зарегистрироваться с помощью какой-то из, в данном случае, представленных социальных сетей. Ну, я, в принципе, это сделал через Facebook, а вы уже как хотите, так и делайте. Также можно сделать это с помощью email, вбив email и пароль. Но, думаю, это не настолько удобно, сколько просто кликнуть на ярлычок. В данном случае это Facebook. Вот, видим, что у меня, я уже авторизировался, зашел в проект под своим ником, под Фейсбуком. В данном случае, видите, у меня сейчас 191 рубль и 78 копеек. Это именно российские рубли, показывается в проекте. Вот, это кэшбэк с моей первой покупки на этом проекте. С помощью этого проекта я делал покупку на AliExpress, таком известном. И я уверен, что многие из вас знакомы с этим ресурсом. Теперь покупать через AliExpress стало выгоднее намного. Теперь вы, купив что-то, заказав что-то через AliExpress, с помощью Letty Shops вы можете получить 5% кэшбэк. 5% от вашей покупки. В данном случае я вам хочу продемонстрировать покупку. Хочу осуществить очередную покупку на AliExpress с помощью этого проекта Letty Shops. Но для того, чтобы начать это делать, для новичка надо выбрать нужный магазин. Ну вот в данном случае мы и остановимся на AliExpress. Нажимаем AliExpress. Вот так вот страничка AliExpress выглядит. В принципе, все магазины, они однопланово выглядят. Видим, что для того, чтобы осуществить покупку и получить 5% кэшбэк. Кстати, кэшбэк может меняться в зависимости от того, как будет в дальнейшем развиваться этот сайт. И в зависимости от сотрудничества этого ресурса Letty Shops с ресурсом AliExpress. А также бывает, очень часто проводятся разного рода акции, которые также увеличивают процентную ставку. Вот. Для того, чтобы связать AliExpress и Letty Shops, в данном случае нам надо нажать на кнопку «Перейти в магазин AliExpress». Нажимаем «Переходим». Вот мы и находимся в магазине. После этого нам надо найти продукт, который мы хотим купить, и осуществить эту самую покупку. В поисковике задаем нужное название интересующего нас продукта. Нажимаем «Поиск». В данном случае мне нужны наушники, гарнитура. Это фирма Xiaomi. И я ищу сейчас эту самую гарнитуру. Итак, я нашел нужную модель наушников. Прочитал несколько отзывов. Вроде как людям они нравятся. Цена тоже, я не скажу, что сильно большая, но говорят, что качество звука, в принципе, в пределах нормы, допустимое. И многим, в принципе, и по верхам, и по низам, и по басам эти наушники подходят. Тем более, это не просто наушники, а гарнитура. Их можно использовать с телефоном или планшетом для персонального компьютера, при разговоре в Скайпе, в Вайбере и так далее. И наушники имеют достаточно неплохой дизайн. В принципе, я на них остановился, рассказывать о них смысла нет. Сейчас мы разговариваем не о наушниках, не о гарнитурах, а о магазине Letty Shops и покупку через Letty Shops с помощью интернет-магазина AliExpress. Так, осуществляем покупку. Все традиционно. Показывать саму покупку не буду. На AliExpress, те, кто имеет дело с AliExpress, с этим знакомы.
Нажимаем кнопку «Купить сейчас» и дальше все поочередно, поэтапно, с указанием своих карточных реквизитов. Если вы покупаете через карточку, вы берете и заказываете данное изделие. Итак, заказ я осуществил, проделал его. Видим, что наушники мне обошлись за 16,99. Операция в разработке. Теперь же давайте вернемся на сайт Letyshops и посмотрим, как эти наушники, как эта покупка отразилась уже конкретно у меня в аккаунте на Letyshops. Итак, ресурс Letyshops. Мой аккаунт, помните, я вам показывал, 191 рубль и 78 копеек. Давайте сейчас обновимся, посмотрим, что у нас получится. Зайдет ли кэшбэк моментально? Обычно сразу же вас предупреждаю наперед, по крайней мере с AliExpress, это, да и не только с AliExpress, сам процент, он может заходить не так быстро, это может быть месяц, это может быть больше времени, но тем не менее, вот 191 рубль вы у меня видите, это кэшбэк с моей предыдущей покупки, все здесь честно, все учитано, все засчитано, и поэтому проблем в принципе быть не должно. Также, кому будет интересно, можете прочитать всю вот эту вот информацию. Ну, в принципе, все, что надо было, я вам до вас уже довел. Давайте обновимся и посмотрим, что произойдет. То, что я вам и говорил, на обновлении пока это никак не отразилось. То есть, кэшбэк пока не засчитан, так как операция на самом AliExpress еще не завершена. Проплата еще не до конца пройдена. Потому что это буквально 2 минуты, как только я купил, проделал эту покупку. Поэтому денежка еще пока не засветилась. Как только все эти перетрубации случатся, обязательно кэшбэк будет уже засчитан мне на Letyshops. Это я гарантирую. В принципе, верю, что в этот раз меня не поставят. Тем более, я решил записать об этом видео. Ну вот, как только денежка появится, я сразу же об этом просигнализирую. И мы лишний раз убедимся в том, что ресурс Letyshops дает возможность возвращать часть денег, делая покупки в том или ином магазине. А магазинов, в принципе, здесь достаточно много. В начале ролика я показал. Те, кому будет интересно познакомиться с более широким спектром этих самых магазинов, вы можете спокойно зайти на ресурс Letyshops. Ссылочку вы найдете внизу под видео. И уже найти тот магазин, который... с которым сотрудничать хотите в дальнейшем уже вы. То есть вы раньше, возможно, уже с ним работали, но никогда не возвращали деньги. Теперь же с магазином Letyshops это делать реально. Сразу скажу, что это не реклама, я просто рассказываю с таким упоением, потому что мне самому приятно возвращать часть денег. Раньше через Али, я чаще всего работаю через Али, вот, раньше я покупал и... возврата никакого не было. То есть не совсем, как бы, это было для меня выгодно по цене, потому что цены, которые находятся на Али, они намного дешевле, чем у нас в городе. Поэтому проще брать у китайцев, чем покупать это все оттуда же привезенное у каких-то сторонних барыг. Вот. Теперь же появилась такая возможность получать кэшбэк с твоей покупки. Я уже делюсь своим конкретным мнением, своим впечатлением. Давайте встретимся во второй части этого видео, когда я увижу изменения на балансе. После этого мы будем уже конкретно знать, что ресурс работает и возвращает часть потраченных денег на покупку. Я-то об этом знаю, но мне очень хочется, чтобы и вы это увидели на моем примере. Итак, прошло парочка минут, давайте сейчас проверим, 191,78, как я вам говорил, так пока у меня и остается. Для того, чтобы проконтролировать, изменился ли баланс, мы давайте зайдем в заказы и финансы, видим в виде доллара, с правой стороны появляется выпадающая менюшка, нажимаем на заказы и финансы и смотрим. Общее состояние у меня сейчас поменялось, видите, был 191 рубль, сейчас 246 и 10 копеек. Видим, что статус в ожидании уже и второй заказ, но часть денег уже мне поступили на баланс. Здорово, показывается сумма заказа, она показывается здесь в рублях, расшифровывается в долларах, видите, 16,99, мои наушнички. Сумма кэшбэка 54 рубля 32 копейки, все замечательно. И хочу сразу же сообщить о том, что здесь есть также партнерская программа, вы можете приглашать друзей и зарабатывать с их покупок, с их возврата денег. То есть они осуществляют покупку через Letyshops, возвращают часть денег себе, а уже с той части, которую вернут они, вам отсчитывается 15%. То есть не конкретно от их денег, а уже вам Letyshops берет и отчисляет эти самые 15% от покупок ваших друзей. Вывод же здесь. Нажимаем давайте кнопку вывести.
Вот. Минимальная сумма вывода составляет 500 рублей. Для единоразового вывода более 10 тысяч рублей обратитесь, пожалуйста, в нашу службу заботы о клиентах. Видите, что здесь 500 рублей это нормально, то есть от 500 рублей можно осуществлять выводы отсюда. Но если вы хотите уже более крупные суммы, то есть они считают, что 10 тысяч рублей это уже крупная сумма, для этого надо обратиться в их службу поддержки. На балансе показывается 0 рублей у меня, потому что эти деньги с правой стороны, видите, они находятся в ожидании. А ожидание это только после подтверждения, а подтверждение это около месяца должно пройти. Поэтому вот такие вот дела, но тем не менее 246 рублей это уже половина практически от той суммы, которую можно выводить. Осталось только дождаться, пока они четко закрепятся за мной, эти деньги, и тогда я могу уже вывести отсюда эти деньги. Отдельное видео о выводе средств с этого проекта я отсниму обязательно. Потому что сам проект очень выгоден. Выгоден тем, кто очень часто заказывает в разных интернет-магазинах. И до этого ни разу не имел никакой от этого выгоды. Кроме того, что он покупал по более-менее нормальной цене. Теперь же есть возможность еще и возвращать с покупки часть денег. Так, надеюсь, вы будете пользоваться этим ресурсом. Ссылочку на него вы найдете внизу. Кстати, забыл вам показать про рефералку. Видите, приведи друга, здесь в этом же всплывающем меню, приведи друга, есть ссылочка, также рассказывается, как можно получить, пошагово, очень коротко и понятно. Вы даете друзьям ссылку на Letyshops, друг проходит регистрацию, друг совершает покупки и получает кэшбэк, вы получаете 15% от суммы каждого кэшбэка. Все выгодно, все приятно, все хорошо, есть ссылочка, которой вы можете воспользоваться и в соцсетях ее брать красиво и распространять, приводя не только друзей, но и знакомых, и абсолютно посторонних людей. Чем больше приведете, тем больше заработаете. Чем больше сами будете покупать, тем больше также будете возвращать. Чем чаще вы будете использовать проект Letyshops, тем больше выгоды вы будете с этого иметь. Так, всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Извините, что оно, возможно, какое-то такое эксцентричное, чуть-чуть такое, какое-то слегка я нахожусь в возбужденном состоянии, но, честно говоря, меня просто вот этот ресурс порадовал. Именно по-доброму порадовал. Всем спасибо, не забываем подписываться на канал, не попадайтесь на лохотроны, всем хороших заработков, до новых встреч, пока!